Привет, друзья! Вы на канале Мультипульт, и всем вкусняшек и мороженок. И сегодня поиграем в Гаррис Мод. Да, ребята, аниматроники, новые приключения. Сегодня аниматроники, разные аниматроники будут пугать Фредбера. Так, я поиграю за Фредбера. Итак, ребята, на меня начали уже охоту. Смотрите, Голден Фредди Фантом. Капец. Попробуй догони. Смотрите, что вытворяет. Ай, не подходи, говорю. Это здорово, что мой Фредбер просто нереальный. Он очень быстрый, скоростной. Но аниматроники... Так, Пэнди, а ну отвали. Так, а это что за девочка? Ребят, я наспамнил просто нереально кучу разных героев. И сейчас они все меня будут пугать, атаковать. Сейчас вы посмотрите. Здесь есть такие крутые аниматроники. Просто нереальные. Так, сейчас я вам их покажу. Надо выжить в этой песочнице. Ладно, попробуем. Вон, смотрите, вон один из них. Вот он. Ой, Фокси. Хорошо, что у меня есть такой пистолетик. Тихо, куда ты разогнался? Который их останавливает. Иначе, если взять обычную пушку, они меня сразу загасят, догонят. Просто невозможно, они очень быстрые. Так, смотрите, Фантом Фредди и Фантом Голден. Но я нашел способ от них уворачиваться, ребята. Они не ходят по прямой. Они вообще не ходят по прямой. Если по прямой, все, сразу нужно кругами гасать. Хе-хе, чё вы? Смотрите, как я их закружил. Давай, стоять. Попались? Ребят, я загасил этих аниматроников. Опа, Бонни. Бонни. Красный глаз очухался. От Бонни то же самое. Бонни самый быстрый. Он нереальный. Он просто нереальный. Он может догнать любую секунду. Кстати, ребята, я вам забыл сказать. Под видео я оставлю ссылку на Дискорд. Кто захочет вступить в мою группу, вступайте. И будем вместе играть в Гаррис Мод. В аниматрониками. У меня миллион карт, миллион аниматроников. Короче, вступайте в группу в Дискорде и поиграем. Кстати, я ни разу не играл в Дискорде. Может, кто знает... Ой-ой-ой, капец, я убился. Ну, кошмарные аниматроники на самом деле, они не страшные. Они не такие быстрые. О, а спринтрап-то быстрый. Так вот, ребята, если вы знаете, как вы играть в Дискорде, напишите мне кто-нибудь, расскажите. А ну отвали, спринтрап. Блин, втроем на меня, ребята, они втроем на меня охотятся. Да куда вы? Да вам не догнать Фредбера, моего Фредбера. Так, Бонни? Блин! Надо было поставить гад-мод, чтобы он живой все время был. Ну ладно уже. По-честному, по чесноку играем. Ребята, не забудьте, подпишитесь на мою группу в Дискорде. Кто сам играет в Гаррис Мод, поиграем вместе. В прятки или в догонялки. Или просто какой-нибудь пиццерии. Поохраняем, в кооп поиграем. Я правда еще не знаю как, но мне... Капец, Бонни меня загасил. Но мне очень хочется. Так что, если что, я ссылку оставлю на свой Дискорд. Подписывайтесь. Опа, смотрите. Вы узнали, что это за аниматроники? С какой игры? Ой-ой-ой. Смотрите, рад, крыса. Блин, ой, котяра был, видали? Котяра был. Осторожно. Фредбер, бедняга. Но я выживаю, ребят, я выживаю. Самые быстрые аниматроники. Так, на. У меня просто админский пистолетик. Если бы я взял какую-то другую... На. Котяра получил. Я забыл, правда, как его зовут. Или это крыса была? Не, это был кот. Так, осторожно. На. Получил, отлично. Просто замечательно. Обезьяна. Котяра чуть на меня не напал. Так. В прятки, кстати, можно в Гаррис Мод в прятки поиграть. С подписчиками. Ну, если вы играете. Так что давайте, ребят. Так,
отчету, кто там еще ходит. Я здесь много кого наспаунил. О, Бенди, ребят, Бенди. Так. Как? Капец. Его этот пистолет не взял. Я в шоке. А это что за пингвин? Ребят, кто знает, что это за пингвин, а? Кто знает? Я-то знаю. Смотрите, опять котяра бежит. Не, ну это реально прикольно. Да, у них получается, ребята, они меня 4 раза испугали. Блин. А это чё? Ух ты! Красавелла! Гасите, загасил его. Ой, спать хочу, честно. Вообще не выспался? Ну ладно, ничего. Думаю, выпущу видосик вам на ночь. О, Бонни, опять ожил. Куда они взялись? Отвали, говорю. Отвали, красный глаз. Ой, чуть не догнал, видать. Капец. Вот он, смотрите, какой страшный череп. 10 ног у него. Все, сейчас догонит меня. Но не догонь, на. Ты чё? Ты чё, башка? Эндоскелет. Я пистолет с собой ношу, ребят. Опа, чика, смотрите, чика-чика тоже очень быстрая. Так, Голден Фантом. Голден Фантомчик. У него Виталий чуть не напала на меня, чика. Ну это было бы смешно. Вы заметили, когда они убивают Фреддера? Он еще начинает двигаться, как каракатец. Так прикольно, смотрите. Опа, бамс. А теперь... Вот это приколюха! Ребят, не забудьте лайк поставить, пожалуйста. Лайк, подписка и комментарий. Ну, напишите что-нибудь, как вы там умеете. Круто писать. Вы все такие крутячные. Так, ладно, сейчас возьму. У меня куча нового оружия. Я его еще ни разу не пробовал. О-о-о! Ребят, если бы видели, что произошло, за мной гонится опять эта крыса. И когда загорелся желтый свет, у меня вылетел компьютер. Вы представляете? Там какой-то был ядерный взрыв, я его нажал, и все, компьютер завис. Поэтому я сейчас переснимаю игру, ну ладно. Надеюсь, вам понравится. Короче, я сейчас заспавнил еще человек 40 аниматроников. Короче, Бенди, все Бенди. Ой, крыса бежит! Ой-ой-ой-ой-ой! Все, ребята, все, мне хана. Ой, мне хана, все, мне хана, мамочка! Давай, я так и знал, я так и знал. Капец. Ну, ребята, как вы хотели, конечно, они такие скоростные, эти аниматроники, просто нереальные. Опять этот пингвин бегает, крыса, котяра. Так, ой-ой-ой-ой, вообще, это было неожиданно. Да блин, есть, успел. Обезьяны кругом бегают. Кстати, Гаррис Мод тоже очень прикольная игрулька. Ну, не такая прикольная, как GTA, но тоже хорошая. У этой, кстати, девочки, у этой, не знаю, как ее зовут, у нее башка открывается на две части, и там какая-то штука вылазит. Но она в это время может тебя загасить, поэтому я не хочу подбегать к ней, чтобы она меня загасила. Смотрите, сколько, видали, сколько я аниматроников наспаунил. Просто нереально. Напишите мне, кстати, ребят, вы просили, чтобы я снял новые видосы все. Потому что старые аниматроники, ну, вам надоели драки, там всякое такое. Давайте поиграем в Гаррис Мод. Всем блин! Фреддер Фантом. Вернее, Голден Фредди Фантом меня загасил. Так вот, ребята, давайте напишите, во что мне поиграть в Гаррис Мод. Там карты есть, Майнкрафт. Карты есть, все карты ФНАФа есть. ФНАФ 1, ФНАФ 2, Песочница. Фреддер постоянно не подходи. Видали, сколько котяр? Видали? А рад это бегает. Короче, поиграть можно во все, что хотите, во все, что угодно. Но я пока не знаю, как это сделать. Как играть в этом Дискорде онлайн. Чтобы, ну, мы все вместе поиграли с подписчиками. Там, человека, там, 3 на 3 или 4 на 4. Ну, короче, я не знаю. Кто знает, напишите, если есть ссылка, напишите мне. Ой-ой-ой. Блин, это рад, крыса меня догнала. Капец. Кстати, вот эта песочница, в которой я сейчас бегаю, это расширенная версия. Ну, смола маленькая. Этого Бенди я не видел. Вот тот, смотрите, на задних лапах. Может, он в четвертой части появился, но я ее не проходил, эту четвертую часть Бенди.
Поэтому вот этих я видел, которые вылазят оттуда с короткими ногами и с большими лапами. Смотрите, опа-опа. Фредди Фантом. Капец. А нет, опять это Голден. Ну он быстрый такой, капец. Все, ребят, не хана. Все, мне хана сейчас будет. Потому что не хана. Блин, ну то, блин, точно, хана, я сказал. Блин, да, напали на меня. Сейчас сожрут меня. Сожрали уже. Так, кто там еще остался? Они, когда на большом расстоянии, вы заметили? Они меня не замечают, они как сонные, как зомби ходят. Но как только ты подходишь к ним в поле зрения, все, это трындец, это полный трындец. Да отвали ты, крысятина, отвали, крысятина. Ребята, кто знает, что это за аниматроник кот бегает? Кто знает, из какой он игры? Из какого ФНАФа? А, кто знает? Не, ну я думаю, что вы все знаете, это так прикалываюсь. Отвали, отвали, говорю! Отвалите! Отвалите, аниматроники! Все, сейчас завалят меня. Ой-ой-ой-ой-ой! Я так и знал. Блин! Пятый раз, ребят. Пятый раз они меня загасили. Ну ладно, сейчас я еще их чуть-чуть погоняю. Загашу сам. Так, у меня есть автоматик. Я убрал тут пистолет крутячный. Так, теперь... Ну-ка. Ну не подходи, квадратная голова. Видите, я же говорил. Я говорил. Обычное оружие не берет вообще. Единственное, можно или гранатой, или из РПГшки стрельбануть. Ну, короче, ребят, ссылка в описании на Дискорд, мы подписывайтесь. Попробуем, что-то я попробую, может, получится поиграть с вами. Вы были на канале Мультипульти, подписывайтесь, ставьте лайки и все такое, ребят. Всем пока, счастливо!